Таможенники Дагестана выявили контрафактные меховые изделия стоимостью более 200 миллионов рублей. Более 2000 меховых изделий без обязательной маркировки, оценочной стоимостью около 206 миллионов рублей, выявили таможенники в нескольких торговых павильонах центрального рынка Хасавюрта. Большая часть меховых изделий находилась на реализации без нанесенных контрольных идентификационных знаков. Данный товар уже изъят, в отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело.